И прежде чем начнется показ авто, я хочу сказать вам. Ни в каком случае не вкидывайте сюда бабло. Данный проект сырой. И вы в нем, возможно, долго не задержитесь. На радостях вы такие забегаете в автомотосалон. И думаете, ай да сейчас я выберу себе авто или дырчик, на что хватит. Соблазна здесь однако много. И ограничений как в Сантрапе на авто нет. Хотя это GTA, Барвиха ихняя разработка. И хочу вас сразу огорчить, что Сантрапе и Барвиха сделаны в основном для доната. И здесь они свою любимую традицию решили не менять. Карта кажется большой только из-за дохренища дорог. А заработок на развозке пиц порой нагнетает. Вы можете это посмотреть в моем другом ролике. Как непросто порой доставить заказ, когда куча домов стоят в каменной оградке, которую ты хрен объедешь и начинаешь каждый раз перелазить забор, чтобы добраться к подъезду и сдать свой заказ. Подъезд и парковка сделаны прикольно, вы можете также это увидеть в моем другом ролике. А что касается заработка на развозке пиц, то я там смог заработать 3000 за 10 минут. И это довольно-таки неплохо, потому что я в первый раз вошел в эту игру и толком не ориентировался, где мне стоит заезжать, чтобы попасть во двор. Игра меня особо не впечатлила. Ожидание было больше, чем самой игры. А играть ради тачек, которые просто недостижимы, это дебилизм. Расценки на авто вы видите сами. А вы бы себе какую тачку хотели? Напишите свой ответ в комментариях. Ну что вы останетесь на этом проекте? Или удалите, как я, и будете играть дальше в старый добрый Флинн. Надеюсь, Black Rush завтра меня не удивит, и я не увижу Барвиху 2. А на этом все, пока-пока. Завтра не забудь скачать Барвиху 2. А вы подписались на канал?